Приветствую, дорогие друзья, с вами Сергей Горбачев, и сегодня мы поговорим о жемчужной синтетике, конечно, производство фирмы Рублев. Можете меня упрекнуть, дорогие друзья, но я в процессе работы разницы между жемчужной и рыжей синтетикой не почувствовал. Мой вывод, что самая существенная разница между такими кистями – это только внешний вид. Кто-то скажет, что внешний вид для кисточки не главное, и я не буду спорить. Но если вы сложите в кисточке эффектный внешний вид и прекрасное качество, то получится великолепный подарок для любого художника.